Очень тяжелая игра. Ахмат – это очень агрессивный соперник. Но нам удалось расстроить сегодня их планы на игру и в окончательном итоге выиграть. Сегодня и качество газона оставляло желать лучшего. Трава была очень высокая, что немножко мешало в качестве передач. Мяч тормозился, и поэтому было тяжело играть низом. Мы играли только вверх. Конечно, мяч скользкий, тяжело ловить. Нужно более концентрированным быть. Вот, и это тяжелее намного, чем когда сухая погода и не такой скользкий мяч. Конечно, понятно, что когда мы возвращались после первого тайма в раздевалку, мы были, конечно, все разочарованы. Особенно горько и обидно получать мяч в раздевалку на последней минуте. Немножко постарались поменять наш план на игру, наш стиль игры во втором тайме. Вперед. Мы намного больше стали играть вперед во втором тайме. Нам удалось забить, выиграть этот матч. Я надеюсь, что тоже ждут победу, не такие адреналиновые, более спокойные победы. Второй тайм мы более показали характер. То есть мы разозлились сами на себя. То, что, введя в счете, мы позволили сопернику переломить исход. Они почувствовали то, что они могут выиграть этот матч. Но мы все равно показали свой характер и выиграли этот матч. Что касается моей голевой передачи, не удалось отобрать мяч в середине поля. Двинулся мячом вперед, я увидел предложение Рифата. Не удалось перекинуть мяч, отправить мяч верхом Рифату. И он великолепно закончил. Ситуация с моим голом немножко похожая. Опять же, мяч был в центре поля. Выстреливаю мяч на кухту. Он открывается в глубину вперед. Отлично мне отдал, для того, чтобы у меня никаких проблем и сложностей не было в завершении. Пошел играть по мячу, и произошло столкновение. Игрок Ахмата коленом попал около виска, и немного голова закружилась. В целом нормально. Но после встал, и все хорошо было. Самое сложное, наверное, конец второго тайма, когда пошел навал. Пришли центральные защитники Ахмата, и эти постоянные забросы, борьба, это было очень тяжело. Но мы выиграли игру, поэтому все хорошо. Всегда очень приятно, видя что поддержку и видя, что болельщики приезжают на выездные матчи. Поддержка была неимоверная. Могу сказать, что во время игры болельщиков было слышно. Их поддержку мы слышали на протяжении всей игры. Это, может быть, в какой-то мере и помогло нам вернуться в игру, переломить игру. Это была наша обязанность после победы подойти к болельщикам и поблагодарить со своей стороны за ту поддержку, которую они нам оказали. Я надеюсь, что сегодняшняя победа доставила неимоверное, невероятное удовольствие нашим болельщикам. И я надеюсь, что нас ждут большие другие победы. Конечно, болельщики – это часть команды. Они всегда помогают, сколько бы их ни было. Хоть один человек бы приехал, он все равно как-то помогал. Свою энергетику вносил в игру. В первом тайме, потому что я был рядом с их трибуной, я слышал, как они поддерживали. А во втором тайме только болельщиков Ахмата слышал, как они меня там называли всякими плохими словами.